пожалуют на стадион Молиньо, где мы сегодня смотрим футбол. Для вас сегодня работают, Георгий будет начинать игру. Ну что, оправдывает себя такой выбор тактики? Самый главный вопрос, как команда будет переходить из обороны в атаку? Это любопытно. Жоао Маутиньо. Очень хорошо в обороне сыграно. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И как пробил. Совсем немного не хватило точности этому. Жалуют на стадион Молиньо, где мы сегодня смотрим футбол. Для вас сегодня работают, Георгий будет начинать игру. Ну что, оправдывает себя такой выбор тактики? Самый главный вопрос, как команда будет переходить из обороны в атаку? Это любопытно. Жоао Маутиньо. Очень хорошо в обороне сыграно. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И как пробил. Совсем немного не хватило точности этому. Жалуют на стадион Молиньо, где мы сегодня смотрим футбол. Для вас сегодня работают, Георгий будет начинать игру. Ну что, оправдывает себя такой выбор тактики? Самый главный вопрос, как команда будет переходить из обороны в атаку? Это любопытно. Жоао Маутиньо. Очень хорошо в обороне сыграно. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И как пробил. Совсем немного не хватило точности этому. Жалуют на стадион Молиньо, где мы сегодня смотрим футбол. Для вас сегодня работают, Георгий будет начинать игру. Ну что, оправдывает себя такой выбор тактики? Самый главный вопрос, как команда будет переходить из обороны в атаку? Это любопытно. Жоао Маутиньо. Очень хорошо в обороне сыграно. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И как пробил. Совсем немного не хватило точности этому. Жалуют на стадион Молиньо, где мы сегодня смотрим футбол. Для вас сегодня работают, Георгий будет начинать игру. Ну что, оправдывает себя такой выбор тактики? Самый главный вопрос, как команда будет переходить из обороны в атаку? Это любопытно. Жоао Маутиньо. Очень хорошо в обороне сыграно. Что-то он может придумать с мячом сейчас.
как пробил. Совсем немного не хватило точности этому.